Ну, меня точно удалось заинтересовать. Вот, у Заура есть вопрос, по всей видимости. У меня на самом деле не вопрос, у меня большая радость, потому что мы очень верим в эту систему. Мы встречались буквально месяц назад, и мы однозначно в эту историю идем, потому что, скажем так, для всех незеленых банков это такой хороший шанс сделать что-то полезное для кастомеров и убить спасибки. Поэтому спасибо вам большое. Кто еще не вступил в наши ряды, вступайте. Огромное спасибо. Слушайте, ну я со своей стороны хочу немножко прокомментировать эту историю, потому что ну, начинание вот Заура поддерживаю полностью правильное, отличное, но вот надо еще поработать, видимо, с эмитентами для того, чтобы убрать барьер необходимости регистрации. Это будет сильно снижать базу, которая будет доступна в программе лояльности. Да, давайте я отвечу. Сейчас с основными активными участниками мы говорим и делаем ряд пилотных проектов, в рамках которых мы делегируем эти функции в систему дистанционного или фронтального обслуживания. То есть человек сможет подключиться к нашей программе непосредственно в инфраструктуре кредитного учреждения. Спасибо большое, Павел. Спасибо. В зале вопросов нет, Павлу? О, есть вопрос в зале, ура! Я сам схожу. Добрый день, Екатеринбург, Ведерников Павел. У меня 4 карты МИР. Газпромбанк, СМП, наши 2 банка местных. Кроме Москвы, где-то пилот проводится, потому что я не смог подключиться к программе лояльности при всем своем опыте использования различных видов карт. Ну, крайне странно. Давайте попробуем сейчас в перерыве вместе с вами подключиться. Павел, вам надо вашего тезку взять как-то в рамочку, потому что 4 карты мира у одного человека – это редкий случай. Мне кажется, это приз, да. Ну что, наш следующий спикер – Максим Сидоров, начальник отдела платежных сервисов, департамент маркетинга и финансовых услуг компании МТС, наш оператор. Спасибо, Михаил. Меня слышно? Всем привет, Максим Сидоров, МТС. Я расскажу про наш опыт бесконтактных платежей в МТС.